Фундаментальный источник длительного понимания развития поселений и не только демографической структуры еврейского населения в Богемии представляют переписи сельского и пражского еврейского населения, охватывающие период с начала 17 века по начало 19 века. Однако, прежде чем мы сосредоточимся на этом периоде, я бы хотела обозначить несколько основных фактов, касающихся начала еврейского заселения в чешских землях. Это относится к X веку, когда еврейское заселение ограничивалось только Прагой. В течение XI века оно распространилось на Моравию, а в последующие века и на другие города в Чехии и в Моравии. Что касается Силезии, начало местного еврейского поселения здесь сходит к 13 веку. На структуру поселений в чешских землях повлияли многие аспекты: погромы, последующая миграция и так дальше. После изгнания евреев с королевских городов Моравии в середине 15 века большинство из них поселились в небольших крепостных городах или в сельских усадьбах. Здесь они создали независимую организацию относительно независимых еврейских общин без постоянного организационного и административного центра, так как была, например, Прага для Богемии. Так только в 16. веке Миколov стал резиденцией провинциального равина. В начале 16. века моравские евреи žili v 36 населených пунктах, большинство на южной границе страны, в отличие от этого, север и северо-восток были заселены еврейским населением очень мало. В Чехии, где евреи были изгнаны из ряда городов в конце 15. и особенно в 16. веках, еврейские жители также переезжали в более мелкие города и сельскую местность, чтобы создать независимую организацию сельского еврейства в Богемии, так называемый Landesjudenschaft, со своим собственным административным управлением, но им это удалось только к середине 17 века. Что касается третьего района, который был частью чешских земель, это была Силезия, его многообширнейшее развитие здешних общин закончилось в начале 16. века, когда евреев изгнали. Таким образом еврейское поселение практически исчезло по всей Силезии. Единственным местом, где можно было остановить, были два города Oslava и Češín. Произошло определенное смягчение ситуации в 17. веке, когда 132 семьям разрешили остаться в Силезии. В 1713 году Карл VI упразднил запрет на пребывание евреев в Силезии. Но условием было выплачивать специальные платы, так называемый налог на толерантность. Однако в следующем году в результате притока иностранных евреев в основном из разных регионов Польши было приказано сократить их число, что в особенности касается региона Нижней Силезии. До середины 18 века ситуация была несколько запутанная с точки зрения численного представления евреев и их перемещания в различных регионах Силезии. Лишь в 1752 году по распоряжению императрицы Марии Терезии в общей сложности 119 семей. Теперь позвольте некоторые основные факты, которые имели непосредственное влияние на структуру еврейского поселения и количество еврейских жителей практически до 1848 года. Это было прежде всего созданием комиссии по сокращению
еврейского населения. Основной задачей которой было сокращение числа еврейских жителей сначала в Праге, а затем в сельской местности. После того создание специальной еврейской комиссии, Комиссия in Rebus Iudaeorum, которая выступала бы гарантом в отношениях между государством и еврейским меньшинством. Дальше публикация закона о семье, в соответствии с которым общее число еврейских семей на českých землях, такое как написано. Дальше публикация транслокационного постановления, суть которого состояла в том, чтобы определить места, разграниченные для пребывания еврейского населения, удаление еврейских домов и жилищ, расположенных около христианских церквей. На практике to označalo переселение в гетто, улицы или дома, отстранение от христианских жилых районов, от церквей или мест, где проходила христианская процессия. По приблизительным подсчетам транслокационное постановление распространялось примерно на 30 тысяч чешских евреев и 20 тысяч моравских евреев. В этом контексте ведущие землеустроители и картографы разработали карты Чехии и Моравии, документирующие форму еврейского поселения в отдельных местах. Поскольку это совершенно уникальный набор, хранится в Национальном архиве в Праге и в Моравском земельном архиве в Брно, в настоящее время готовится предложение о включении его в список культурных памятников ЮНЕСКО и подготовится публикация, в том числе и каталог этих планов. Další основные факты – to изгнание евреев из Праги. В рамках реформ Йозефа II текущее число еврейских семей в Моравском графстве было увеличено, и после того было увеличено и число еврейских семей в Чехии, из которых 1500 проживали в Праге. Подтверждение в 1797 году этих чисел Францем II и в конце, в 1848 году отмена закона о семье и всех ограничительных мер, освобождение еврейского населения, эмансипация еврейского населения. Период середины 17. века и до восшествия на престол Йозефа II традиционно упоминается в литературе как период официального антисемитизма. Уже в 1650 году собрание парламента, я не знаю, как это говорить точно по-русски, это Ständeversammlung по-немецки, призвало сократить... Призвало сократить число евреев до состояния на 1618 год. Кроме того, им следовало разрешать жить только в тех районах, где они были уже проживали к этому году. Однако это требование оказалось нереальным, поэтому границы еврейского поселения были смешаны. Как я уже упоминала ранее, преобразование структуры еврейского населения в Богемии, Моравии и Силезии происходило уже в конце 15 века, а его пик пришелся на 16 век. Однако у нас есть конкретные данные о численности еврейского населения, его профессиональной и социальной структуре только с начала 19 века до начала 18 века до начала 19 века благодаря переписи еврейского населения.
Что касается переписи, помимо списка простых евреев 1546 года, один из самых старых, если не самый старый список, упомянутый в письменных источниках, представляет собой список евреев всей монархии, датируемых 1626 годом. В ноябре того же года датирован приказ императора, согласно которому должна была быть проведена перепис всех евреев не только в Богемии и Моравии, но и всей Австрии. Но никаких конкретных результатов свидетельств того, что он действительно был обработан, обнаружено не было. Самые старые и наиболее сохранившиеся переписи относятся к началу 18 века, как я сказала. Их главная цель состояла в том, чтобы записать фактическое количество евреев, проживающих в разных городах и сельской местности. Списки были обработаны отдельно для сельского населения в отдельных регионах в соответствии с текущим административным разделением, которое в течение 17 и 18 столетия изменилось. Это границы, как изменялись границы методов административного разделения. Что касается пражских евреев, эти были зарегистрированы отдельно. В то время, как централизованная перепис имела место только в Чехии, благодаря которой отдельные документы, касающиеся переписи, хранятся в отдельном архивном фонде в Национальном архиве в Праге. На Moravě analogické dokumenty byly ostavleny po iniciativě oddělených dvorian. Takým obrazem oddělené dokumenty, jestli ani sachranili, to rozsredotočeny v archivních kolekcích oddělených imení v Moravském zemelném archivě v Brno. I teď pěrepiselského jevrejského naselení v Čechii, v Bohemii. Первая перепись сельского еврейского населения началась в 1723 году. К фактической реализации дошло в 1722 году. Списки были составлены для 12 краев, помимо выяснения фактического статуса еврейского населения в отдельных населенных пунктах должны были быть зарегистрированы не только семьи, поселившиеся в соответственных населенных пунктах до января 1618 года, но также семьи, поселившиеся в локализованных местах после этого года. Согласно данным с этого года евреи жили в Чехии в 840 населенных пунктах, сколько это было, перепись с 1724 года, это было в 168 городах и 628 деревнях, и помимо этого в Праге. В Moravě они жили в 52 муниципалитетах. В 1733 году другие переписи были сохранены, но, к сожалению, очень скудно и более того, за некоторыми исключениями, только в краткой форме. Они предоставляют информацию о тех еврейских жителях, которые поселились в отдельных районах только в 1722 года. Следующая перепись составлена в 1783 году, была подготовлена для 16 краев обработки самых новых документов 1793 и дальších годов, также были основаны на этом административном соглашении. Информации сохранилось в полном объеме для всех 16 краев. Прага была, как я уже сказала, вне краевой администрации.
Это сумма евреев с 1793 года и один пример 1799. И теперь что-нибудь, что касается еврейского населения в Праге. Самый старший перепис, как я уже сказала, с 1546 года, подобно переписи сельских евреев, в 1729 году была проведена перепись пражских евреев. Другая перепис датируется 1753 годом, она была сдана на хранение в архив Вену, но в результате пожара в Венском дворце правосудия silno povrežděna. Byla ta perepis byla preobratěna v связи s žalobami преимущественно еврейских жителей на их высокую налоговую нагрузку. Пражская специфика это ситуация в 40-х годах, когда все евреи из Богемии и Моравии должны были быть изгнаны. Но в конце концов, однако, только пражские евреи были изгнаны. В конце февраля 1745 года большая часть еврейского населения покинула город, а в конце марта этого года еврейская община передала ключи от еврейского города и синагоги, оставив только больных и недееспособных. Что касается количества пражских евреев до изгнания, то существуют разные взгляды. Согласно переписи 1748 года почти 7000 евреев эмигрировали. По другим данным число пражских эмигрантов составило почти 5000. Сами изгнанные евреи говорят о более чем 10000 человек. Это очень... После изгнания многие евреи поселились недалеко от Праги, чтобы не прорывать деловых контактов с жителями города. В других случаях большинство отправилось в české и моравské деревни, а некоторые за границу. Первым евреям было разрешено вернуться уже в 1748 года, а в том же году и остальным. В конце августа в Прагу вернулось 101 семья. 5 лет спустя было зарегистрировано уже 1144 семьи, что эквивалентно примерно 6000 жителей. Перед их изгнанием их было больше. Следующая перепись из 90-х годов представляет источник для сравнения с польским Краковом. И так как у сельского населения последние переписи относятся к 1799 и с начала 19-го века. Несколько лет назад был запущен, так, это краковская перепись. Несколько лет назад был запущен проект для обработки базы данных на основе перепис еврейского населения в Богемии, которые будут доступны что-нибудь уже до конца этого года онлайн в интернете. И это только два примера той базы данных, как можно искать информации дальше. Кроме конскрипции, основным источником результатов переписи является статистическая перепись всех жителей. С самого начала их существования в монархии уделялось особенное внимание евреям.
постановлением от января 1752 года точная перепись была назначена в первые. Сохраненные числа, однако, являются неточными. Материал, источники, выполняемые в частности светскими властями и особенно церковью, не соответствуют друг другу. Для этой переписи нет данных о чешских евреях, но о моравских евреях. Это несколько примеров из этих конскрипций. И заключение. С одной стороны, у нас имеется большое количество доступных источников, но с другой стороны, мы сталкиваемся с возможностями и ограничениями их использования и в том, что касается демографических исследований, мы не можем ограничиваться только двумя группами этих конскрипций, перепис населения, а также обязательно актами гражданского состояния, семейными книгами и так дальше. Спасибо за внимание. Спасибо большое.